полебнее, полегчает. Добро пожаловать в гайд на уринотерапию в космических рейнджерах. На вкус как чаек. Сразу такой небольшой дисклеймер. Вся информация, которая в этом гайде будет, ни в коем случае не подается как какой-то реальный способ лечения. Это все по факту не только абсолютно бесполезно, но и вредно. И мы здесь просто собрались поорать о том, что творилось в стране, в головах, в тот исторический период времени. И поверьте, поорать там будет с чего. И прежде чем мы перейдем непосредственно к теме нашего обсуждения, давайте вот все-таки подумаем о том, что же все-таки вынуждает людей, что тогда, что сейчас, обращаться к альтернативной медицине, там, народной медицине и всему такому, вместо нормальной, что вынуждает людей обращаться ко всяким шарлатанам. Я вот думаю, что причина в том, что по факту люди к своему здоровью в массе относятся безответственно. Ведь чтобы понять причину какого-то заболевания, ну, нужно сделать много всяких обследований, процедуры какие-то проходить, там анализы сдавать. На это ведь все нужно тратить время, клиники хорошие искать, а главное – тратить деньги. И брать на себя какую-то ответственность за решение своих собственных проблем. А русский человек, вот, возможно, не именно вы, а вообще в массе своей люди, они это все в массе своей делать не будут. И если появляется какой-то очередной шарлатан или жулик и предлагает им копеечные способы лечения каких-то серьезных проблем и заболеваний, которые при этом практически никаких усилий не требуют, вот на это они сразу бегут, и эти способы находят популярность, особенно среди людей постарше. То есть если появится вот какой-то человек, который скажет: «У вас переехал каток? Не проблема, приложите подорожник, и все пройдет». И вот такой способ легко найдет популярность вместо какой-то серьезной операции и методики. Потому что здесь люди в массе своей считают врачей тупыми и считают, что они сами умнее всех и сами прекрасно знают свои болезни. И людям всегда легче поверить в ложь, чем признать себя обманутыми. И если заглянуть в прошлое хотя бы так поверхностно и попытаться понять, с какого момента вообще начался весь этот бред, то вы могли бы узнать, что, например, в 1796 году был такой американский врач Элиша Перкинс. И он сидел у себя дома и думал: «Твою ж мать, надо заработать кэш. И так, что для этого нужно сделать?» Взял парочку прутов, медный и стальной, 7,5 сантиметров примерно, заострил их с обоих концов, запатентовал это, как якобы метод лечения, назвал эти бредовые палки вытягивателями. Кому-то из власть имущих и врачей он, скорее всего, при этом задонатил, чтобы они продвигали его сомнительный метод лечения. И по факту он продавал потом эти самые вытягиватели в 5 раз дороже, чем на то время стоил визит к врачу. И как ни странно, это все начало пользоваться большим спросом. Ну, не в последнюю очередь благодаря хорошему маркетингу. И в итоге он бешено на этом раскрутился. Причем аудитория этих самых вытягивателей — это были не только богатые люди совсем, вовсе нет. И размер выручки у этого человека стал настолько большим, что его сын даже в Лондоне построил клинику для бедных, где лечили только этими самыми вытягивателями. И вот так в конечном счете за счет обычного человеческого самовнушения и подкупленных где надо людей, у него просто это все пошло отлично, несмотря на то, что по факту он продавал не что иное, как воздух. Ну а что в этом плане касается России, мы будем рассматривать недавний период, а примерно период с начала 90-х. И именно тогда урина начала забираться людям в голову. И хотя в стране на тот момент и был большей частью какой-то хаос скорее, но тем не менее $1 стоил около 6 рублей. А за 2 рубля можно было купить пачку чипсов. И в это время, особенно бесконтрольного хаоса, начали всплывать всякие странные люди и аферисты, которые прикрывались альтернативной медициной. Эти ваши Кашпировские, чумаки, люди, которые там взглядом воду заряжают через экраны. И примерно вот как раз-таки в начале этих самых 90-х появился такой человек, который по наглости того, что он несет, и серьезности, которой он прикрывался, превзошел, наверное, просто всех остальных. И звали этого человека Геннадий Малахов. И он впарил народу питье урины как лекарство от всех болезней и просто буквально эликсир бессмертия. И как средство для обретения способностей примерно уровня Супермена.
Наверное, многие из вас до сих пор думали, что этот адский трэш начался с передачи «Малахов Плюс», которая крутилась на телевидении. Это вовсе не так. А начинался весь этот бред вот с этой книжки, самую раннюю версию которой мне удалось найти за 1995 год. И прочтение этой самой книги у человека неподготовленного может вызвать просто непоправимый удар психики или, наоборот, истеричные приступы смеха. Именно по этой самой причине я оставлю на нее ссылку в описании, чтобы вы сами могли ее почитать и просто поорать со всего этого поистине дьявольского бреда, который господин Малахов вбивал наивным людям в головы. Просто знаете, я так и вижу создание этой книги в своей голове. Какой-нибудь там 1993 год, сидит этот самый Малахов в хрущевке какой-нибудь с женой, а может они в хрущевке, я не знаю, и думают: блин, надо срубить кэш, что делать? Давай заставим всю Россию пить собственную мочу. А давай. Раскрутимся на этом. Да, раскрутимся. Пошли к издателю. Пошли. Издатель. У вас прибыльная коммерческая идея. Я думаю, что это может сработать. Давайте издадим книгу тиражом так в 30 тысяч экземпляров. А давайте. Распространим повсюду. Заметано. Естественно, прямо всю книгу, чтобы не нанести непоправимый удар своей психике, мы смотреть здесь не будем. Но структура общей книги примерно такая, что в каждой главе идет курсивом какое-нибудь такое изречение. И как идет воздействие на читателя? Да просто. Придумаешь какую-нибудь первую попавшуюся херню из головы, обводишь ее в кавычки, делаешь курсивом, внизу пишешь имя или реально существовавшего человека, который никогда вообще такое не говорил, или придумываешь первое попавшееся имя. Обыватель сожрет, обыватель проверять даже это не будет. И вот готово, авторитетный источник мнения создан. И сама по себе книга насквозь просто пропитана желтой темой, и она предлагала не только широкий выбор того, что выпить, но и чем после этого закусить. И чем именно закусить, мы тут уточнять не будем. Через книгу, если вкратце говорить, просто сквозит мысль о том, как правильно упаривать урину до четверти ее первоначального объема. И знаете, вот просто я закрываю глаза и вижу картину. Какая-нибудь скромная советская квартира или коммуналка, где живут несколько семей и общая кухня. И какая-нибудь бабка или недалекий родственник стоит и упаривает урину на сковороде на всю квартиру. А ведь это совсем не так далеко от правды. Если вы думаете, что это вымысел и сюжет какого-то андерграундного фильма, то вы глубоко ошибаетесь. В книге также предлагается употреблять не только собственную урину, но и урину животных, например, верблюдов, свиней, и это в самых лучших случаях. И здесь просто нельзя не рассмотреть пару поистине дьявольских мест этой книги, где автор мотивирует читателей вкалывать себе урину под кожу. И обосновывает он это какой-то собственной, выдуманной из пропитой уриной башки историей про якобы существовавшего советского врача в 1915 году, который баловался этим методом, все у него работало прекрасно и зашибись. Но вот другие злые врачи-убийцы потом начали разбавлять его препарат с уриной и серной кислотой, чтобы ему типа навредить, и поэтому, когда люди упарывались им, и им потом было плохо, и поэтому его клинику закрыли чисто, и он потом пережил инфаркт. Там просто обещалось все, что вот, типа, люди, вкалывайте себе урину, у вас там вырастут волосы, потенция повысится в 100 раз, там, 80-летние деды будут скакать просто как бешеные пробки, и так далее, и тому подобное. Какие-то фотографии, отзывы от никогда не существовавших, или внушивших себе какую-то стрёмную дичь людей. Всем этим просто заполнена эта книга. Но самое страшное и злая, по степени своей дикости, срань, мне запомнилось вот в этом месте данной книги, где автором якобы цитируется диалог между богом Шивой и его супругой, где они обсуждают то, как правильно пить урину. Ученик может получать с помощью этого самого питья божественные силы и будет чувствовать себя как царь богов. Он сможет свободно перемещаться в любое место по своему желанию и будет обладать силой 10 тысяч человек. Он сможет есть и переваривать все, что угодно. Тот, кто массирует свое тело с уриной 3 раза в день и 3жды ночью, долго не теряет способности к продолжению рода. Все его суставы укрепляются, он освобождается от болезней и достигает блаженства.
Тот, кто пьет мочу раз в день и втирает ее в тело в течение 3 лет, обретает тело полное силы и блеска, знания в искусствах и науках, обретает дар красноречия и живет до тех пор, пока существует на небе звезды и луна. После 2 месяцев этого самого питья чувства обостряются. 3 месяца полностью и окончательно уничтожают все болезни. После 5 месяцев посвященный становится ясновидцем. 6 месяцев применения этой техники делают человека разумным и знающим шастры, священное ведическое писание. После 7 месяцев человек становится чрезвычайно могущественным. После 8 месяцев он сияет как золото. После 9 месяцев посвященный навсегда освобождается от разного рода заблуждений ума. После 10 месяцев он становится хранилищем света. После 11 месяцев все части его тела становятся кристально чистыми и блестящими. После года он сияет как солнце. После 2 лет он мочится элементом земли, после 3 элементом воды, после 4 огня, после 5 воздуха, после 7 лет чувством я, после 8 лет элементом будхи, разума, и все становится подвластным ему в этом мире. После 9 лет он избавляется от рождения и смерти. После 10 он получает возможность летать в небесах без всякого усилия. После 12 лет он становится бессмертным. Змея и другие ядовитые твари не могут повредить ему. Яд не действует на него. Он никогда не может убить его. В огне он не горит и в воде не тонет. И я думаю, это скорее всего потому, что есть кое-что другое, что не тонет, и именно в это человек и превращается после 12 лет. И знаете, просто вот читаешь эти абзацы и думаешь, зачем? Какого черта вообще человечество придумало медицину? Построила поликлиники. Почему все эти предприятия производят какие-то лекарства? Они занимаются какой-то сранью, дичью. Как все оказывается, было просто. Нужно всего лишь на государственном уровне убрать все поликлиники, запретить лекарства и заставить людей 12 лет пить урину с получением обязательного сертификата. После этого мы получаем армию бессмертных, сияющих как золото людей, которым подвластно все в мире, которые свободно летают в небесах и видят будущее. Вы представляете, какое получится сильное государство, равного которому никогда еще не было в мире? Да ему даже армия, собственно, не будет нужна. И этим самым просто наполнена по уши эта самая книга. И как ни удивительно, господин Малахов на этом поднялся, потом перебрался на телевидение и продолжил нести всю эту дичь, возможно, уже в адаптированной для телевидения форме, но продолжил, причем не где-то там, а на государственном Первом канале. И на фоне того, что вся эта дичь тогда пробралась в тренды, начали даже появляться такие вот сайты, как, например, «Русская моча против скальпеля врача», «Московский институт обогащения урина», вдумайтесь только, обогащение не урана, нет, вовсе не урана. И здесь даже есть такой раздел, как «Наша продукция». Смотрите, морской бриз, охотничье, удобно для транспортировки, упаковка идеально подходит туристам-охотникам. Я вот представляю, знаете, там, мужики, пошли на охоту. Ну, пошли. А ты с собой взял? Я взял с собой кое-что получше того, что мы берем обычно. Вам понравится, мужики. И, видимо, так это и работает. Смотрите, не обладает запахом, тем самым подходит для употребления в людных местах. Нефильтрованное для истинных гурманов. Бутыль 18 литров, чтобы хватило надолго. И даже сепаратор, чтобы сепарировать вот это самое. Уникальная разработка российских ученых. Какого-то там даже института, мать вашу. Сепарировать ее. Понимаете? Не просто пить, а сепарировать. Моча, которую мы продаем, поистине русская моча. Также для доноров существует уникальная возможность получения кредита на льготных условиях для развития торговых связей с целью реализации нашей продукции в регионах и за рубежом. Если вы молоды, инициативно ориентированы на успех, это ваш шанс начать собственное дело. Кредит возможен при условии предоставления подробного бизнес-плана с условием самоокупаемости предприятия не более 4 лет. Господа, предприятие по донорству урины с самоокупаемостью за 4 года. Как вам, а? А чё? Звучит как бизнес-план. Даже есть раздел «Как стать донором», какая-то гостевая книга и контакты. И знаете, что самое страшное? Я думаю, что это никакой не рофл. И теперь, когда наконец-то вы почувствовали вкус горчинки во рту, я расскажу вам о том, какое отношение все это имеет к космическим рейнджерам.
Отношение к ним это имеет самое что ни на есть прямое. Если мы посетим медицинский центр, скажем, даже заболев всеми возможными болезнями, и пройдем медобследование, нам предложат как один из методов лечения пройти курс уринотерапии. Говорится, что этот древний и недорогой метод гарантирует излечение от почти всех известных в природе болезней. Даже психические расстройства излечиваются в лед. Причем, если полечиться таким способом, говорят, что «успокойтесь, глотните еще». Полегчало? Замечательно, продолжим. Кажется, вы идете на поправку. Какой здоровый цвет лица. Это очередная победа древнего метода лечения. Можете идти, мы выдаем вам древнюю справку-сертификат образца 2021 года о добровольном прохождении курса уринотерапии, причем год подставляется текущий из вашей системной даты. Что, кстати, забавно, если болезнь у вас всего одна или пару, уринотерапия всегда будет стоить в итоге дороже, чем лечение болезней по отдельности, то есть она выгодна только если вы лечите болезни пачкой. Что, кстати, забавно, уринотерапия в игре — это метод совсем не из дешевых. Гальского урина в игре не просто на вес золота, она намного превышает стоимость золота и бриллиантов. То есть одна баночка стоит дороже, чем десятки тонн драгоценных камней и украшений. Что же все-таки вынудило разработчиков рейнджеров добавить тогда это в игру? Я думаю, дело было так. Или Дмитрий Гусаров, или кто-то из коллектива, ответственно за сюжет и написание диалогов, имел близкое знакомство с этой страшной постсоветской действительностью. И, вероятно, возможно, в семье, возможно, где-то у знакомых столкнулся с ней на деле. И находясь под впечатлением от того, что творилось, видимо, просто не мог не вставить такую едкую сатиру в игру. Но где вы еще такое увидите? Только в народной игре в рейнджерах. А кроме того, в модах добавляется возможность закупаться баночками, а конкретно в моде EVMC из сборки Universe в разделе «Эволюция». Нажимаем «Закупиться медикаментами» и покупаем народное средство. Причем его можно выпить даже тогда, когда ничем не болеете. Просто чтобы было. Вы точно хотите хлебнуть? Вот то. Сама по себе баночка переносная, она идет как расходник, ее можно брать с собой куда-то в космос, то есть без того, чтобы посещать медицинский центр. Кроме того, купленную в медицинском центре банку теперь можно зарядить в бортовой физган и соответствующего мода и выстрелить ей. Наконец-то это реализовано. И знаете, что самое плохое? Потом начинает появляться вот все-таки уже какая-то зависимость от этого метода лечения. Ты летишь на медицинский центр и там скупаешь эти баночки вместо какой-нибудь галлистры времени или другого более полезного стимулятора. Там занюхиваешь это дело вот киперпылью и откупориваешь новую баночку и пьешь ее, и так пока весь трюм не иссякнет. Вот, не знаю, какую-то такую манию просто порождает этот мод, и если вы поиграете с ним, вы поймете, о чем я. Создать такой гайд предложил Юсу, он же злой одессит, который и внес, в общем-то, наибольший вклад именно не словом, а делом в развитие канала. И когда видишь такую поддержку, то просто не можешь остаться в стороне и сам хочешь сделать что-то приятное. Что ж, таким вот был гайд по урине. Надеюсь, он вам понравился. Не повторяйте все трюки, исполненные профессионалами. Ваше здоровье. Эх, хорошо пошла чертовка.